Всем привет! Проезжал мимо дачи, вот, а у нас снегу нападало, и все это дело подтаивает. Ну, решил дорожку протоптать в очередной раз. В общем, уже довольно-таки снег стал глубокий, как вы видите. Уже вот, вот уже грибу. Ну вот. Потому что скоро банька, скоро чай, а мне дорога нужна. Вот. Поэтому будем пробовать. В очередной раз проверим проходимость автомобиля. Кому не интересно, не смотрите. А кому интересно, вот, пожалуйста, надеюсь, без приключений будет, как в прошлый раз. Так, ну что, погнали. Так. Ох, днищем скребу. О, смотрите. Днищем скребу. Глубокий стал снежок. Ну, сейчас с вами попробуем сходу. Сейчас вот так вот. Сходу, конечно, не совсем получилось. Так. Достаточно. Достаточно одной таблетки. Ух. Блин, стаскивают, ребят. Снег глубокий. Слушайте, у меня, знаете, какая идея? Сюда Kia Ceed загнать. Но я думаю, что он вообще никак не проедет, потому что там клиренс совсем никакущий. Клиренс совсем маленький у этой машины. А здесь вот. Че ты запищал-то? Там же ничего нет. А, там есть, там снег. Я аж из колеи-то вышел. А снег глубокий. Вот сейчас дорожку и сделаем. Не хуже трактора. Короче, дорожку сделаем.
Короче, дорогу протоптал в очередной раз, чтоб не зарастала народная тропа. Лопатка немножко пригодилась. Вот, потому что скользко на подъеме. Ну и все, в обратный путь. Вот вам очередное подтверждение проходимости автомобиля. Ни Kia, ни Solaris так сделать не смогут. А чтобы в этом убедиться, я, пожалуй, и покажу вам, как Kia будет взбираться в эту горку. Но это будет попозже. Пусть еще немножко снежком приметет, немножко, и все мы с вами увидим. А теперь спуск. Спуск, дорогие друзья, ожидает нас. И я пристегиваюсь, чтобы зуммер не пищал. Включаю дальний свет, чтобы вам и мне было все видно. И поехали. О, видали, какая глубина колеи? О, вот мы скребем дном. О. Так что, друзья, это в гору. В гору. Вот это вот. Понимаете? Давайте-ка я вам покажу сейчас глубину. Сейчас выйду и покажу. В гору на роботе, на переднеприводном кроссовере. Сейчас я вам покажу это. О! Что, нормально? Сейчас давайте на свет. О! Глубина. Для масштаба ладонь. О, ну чё, нормально, а тут балка уже задевала. То есть 18 сантиметров, а тут сколько? Вот вам проходимость. Вот вам и Девяточка, да? Девяточка тут проедет, девяточка везде проедет. Даже там, где не проедет самый крутой джип. А вот азиаты не проедут. Вот и все. Так, поехали дальше. Ну вот видите, да? Вот это уже серьезно. Серьезная глубина. Серьезный показатель. О, слышите, как я задеваю бампером. Вот. А тут раскатано. Здесь прочищено. Здесь было прочищено. Так что, друзья, Vesta SV Cross может. Надеюсь, не был скучен. Все, пока. С прискорбием, дорогие товарищи, вынужден вам сообщить, что вот это вот Kia наотрез отказывается ехать в снежную гору. Да. Не хочет. Говорит, уже пробовал, не едет. Ну, я думаю, что все равно как-нибудь попытаюсь его вытащить. Вот. Вот, смотрите. Ну, просветик-то тут совсем как бы маловат. У нас-то побольше будет. Вот такие вот дела. Надеюсь, все-таки мы этот тест увидим. Ломаю я отца.